5 августа – грандиозный праздник сельского хозяйства «День Балтийского поля». Фермерские подворья и павильоны агрокомпаний со всего региона, выставка новейшей сельхозтехники и животных, контактный зоопарк и, конечно, концертная программа. Вы увидите, как комбайны убирают пшеницу, как печется хлеб и производится колбаса, а также конно-спортивное шоу, родео с настоящими ковбоями, показ крупнорогатого скота и многое другое. Не пропустите главное сельхозсобытие лета. День Балтийского поля, 5 августа, Зеленоградский городской округ, 3 километр от поселка Холмогоровка по старой Светлогорской трассе. Вход свободный. Подробности на сайте baltpole.ru.